Вот пошла новая тема. У нас буквально не так давно все 600-ки были, сейчас... Так, друзья, всем здравствуйте. С вами Александр, канал TenBest, компания TenBest. Рад вас всех приветствовать в этом обзоре. Вот. Ставьте лайки, если кому-то понравится это видео. Сегодня отдаем вот такую работу заказчику для Хусейна из города Екатеринбург. Сделали переоборудование «Газель Next» под ключ. Вот такая вот получилась работа. Сейчас пойду покажу ее вам поближе, но поскольку виновник здесь, передам привет, пользуясь случаем, всем Екатеринбургу привет. Хусейн тоже передаст привет всем друзьям, знакомым и близким, я думаю, и в общем коллегам. У нас самое главное, все коллеги по цеху смотрят, кто и знает, всем всегда привет передаем. Ну давайте расскажу. Вы уже попали в предыдущий, еще один обзор, да, поэтому мы все снимаем в одно время, две машины сейчас, да, выпускаем. Здесь у нас по размеру, значит, колесная база, друзья, покажу колесную базу. Так вот, в отдалении 5495, вот она, чик. Стандартная колесная база для 6-метровой газели трехместной. Фургон, по фургону, значит, 6,20 длина, 2,15 ширина и 2,30 высота. Вот, по обтекателю можно посмотреть. Вот так вот он выглядит. Крыша на роликах, система антилет, боковая штора сдвижная. В принципе, все как всегда. Никто уже другой комплектации не хочет, все хотят вот такую. Парами. Вот это вот, смотрите. Вот, немножко обшарпали, да, когда монтировали, но вот, это обшарпалась обычная, да, краска, возможно, по которой была бы ржавчина в дальнейшем, а под ней порошковая, она очень долго играющая, она будет ходить долго и не ржаветь. Соответственно, также у нас тремянки в гальванике, площадки, смотрите, тоже гальванированные. Основание 60/40, косынки усиления, поперечный 60/40, кардан, замазки, новый, два подвесных, шлицевое. Вот шлицевое, ребят, кто-то меня спрашивал, что такое шлицевое, вот шлицевое, вот оно шлиц. Когда груз загружаете, она раздвигается, тем самым не рвет подвесной. Покажу с этой стороны, как у нас тут все обстоят дела, все прокрасили как следует, подкрылки крепко, все стоит. Тент шикарный, 650 грамм плотность, натяжка волшебная. Приехал наш брендированный автомобиль, доставка. Ремешок силикон, тросик под пломбу, собственно, задний отбойник причал для чайников, ламинированная фанера, фурнитура пуш по 3 петли на сторону. По этой стороне посмотрим натяжечку. Так, пыльник тент резиновый, пыльник уже много раз во всех видео рассказал. Вот. Также кронштейн запасного колеса здесь у нас висит. Чик, чик. Так вот. Ящик, друзья, вот смотрите, заразительное видео. Вот пошла новая тема. У нас буквально не так давно все 600-ки были, сейчас вот все просят 750-й ящик. Но я вам поставлю любой, там хоть 600, хоть 750, да, 750 идет подороже. Вот, вот такой вот он, видите, по сравнению с баком с топливным. То есть он более узкий. Такая, ну, тоже неплохая штука. Чтобы дорожные полицейские не цеплять лежачие. Так, здесь у нас вырез номер по драму. Дальше стремянки и покрасочка. Все покрашено эпоксидной смолой, эпоксидной краской, грунтомаль 3-в-1. В общем, тоже классная тема. Вот.
также здесь мы установили еще дополнительный топливный бак. Вот. Добавлю на 140 литров. Вот он. Так, ну что, заглянем дальше. Заглянем вовнутрь. Хусейн, а можно вас вовнутрь заглянем с вами вместе? Цепочки держателей ворот. Портал обшит оцинковочкой. Ржаветь ничего не будет. Доска, обрешетка, три доски в ряд. Багорик на штатном месте. Крыша на роликах системы антилед. Крышу открыть? Да, вы крышу еще не открывали же? Нет еще. Тем более первая проверка крыши обязательно. Только что автомобиль выехал из цеха. Ребят, никакого постановочного видео, все по-честному. Ну и 8 петель колец грузоцепов. Вот, смотрите. Также тент, как всегда, все вклеечки, все усиления. Карман, карман доски. Вот. В общем-то, вот. Сейчас мы прокатим, вам покажем крышу, как катится. Так, здесь у нас, смотрите, механизм на амортизаторах. Да, никакая не доп. Опция. Это у нас обязательный стандарт. Сейчас багорик с штатного места сойдет. Я все говорю, вот ребята молодцы, во всех комментариях мне кто писал, спасибо, что заведите штатное место для багорика, а то болтается по машине, нет, с первой, болтается по машине, вот, и поэтому с первой лучше прям, да. Ну. На ролик, да? Да. Ну как, тяжело, Ксань? Да, вроде бы, не знаю. Вы по одной лучше, вы прям сразу их по много так. Нет, мазать их вообще не надо. Это даже ВД-шкой в принципе не рекомендуется, потому что она иначе будет, ну, забиваться. Да. Вообще ничего не надо. Так. Теперь в центральную. Центральную и назад. Ну, разгон навряд ли понадобится. Идет намного легче. Назад намного легче или как? Я сейчас вас научу, покажу, как ее закрывать. Еще раз попробуем, давайте еще раз. Опа, открываем. Вуаля. Да, сразу все легко и понятно. Потому что, ну, тут пока руками ты ее натянешь, это специально для этого делать, чуть-чуть дернул ее вниз, и все. И перегореть. Чик. Сегодня у меня куча помощников. Все ребята, кто все в работе, всем привет. Ну давайте, ладно, скажите нам свое мнение. Ну что, довольны? Мнение, что сказать? Довольны, нормально. Практика покажет, короче, это мы уже знаем. Все говорят одно и то же примерно, но по сути дела, по большому счету, да. В работе, да, все познается в работе, но мы на самом деле, чтобы в работе познавалось, ну вот, я не скрываю, да, постоянно модернизируем, постоянно что-то стараемся сделать лучше, никакого секрета нет, вот эти все видео записываем, чтобы вот вы живые люди, вот вы все стоят, все видят, как бы тут все, никакой постановки, никакой показухи, ничего нет, все проверили, поработали, вот. Так что вот, ребят, в общем... Все, отлично. Все, Екатеринбург, встречай. Хусейн завтра уезжает с утра от нас. Сегодня на стояночке у нас заночует автомобиль. Вот, поэтому вот такой еще обзор был у нас вечерний. Сделали. Все, ребят, всем удачи на дорогах. Здоровья крепкого, высоких ставок. Вот, всем пока.